Уважаемые жители Мирнинского района, уходящий год был богатым на события и серьезные испытания. И люди Алмазного края вновь продемонстрировали твердость духа, умение достигать важные цели в сложных условиях. Мирнинский район – это край профессионалов. Мы являемся флагманом экономики Якутии. И на наши достижения равняется весь Дальний Восток. Спасибо вам за ваш труд. Встречая Новый год, нужно помнить, что задачи перед нами стоят очень серьезные. Нам нужно развивать промышленность, создавать современные учебные комплексы, завершить наши социальные стройки. Людям должно быть комфортно жить в наших городах и поселках. И я благодарю республиканские власти и наших партнеров из акционерной компании «Алроса» за помощь и понимание. Но Новый год – это семейный праздник. И я желаю вам встретить его в окружении своих родных и близких. Обязательно делитесь друг с другом радостью и праздничным настроением. Семейное благополучие – это наше главное богатство. Сегодня многие наши родные, друзья встречают Новый год на фронте. Они защищают нашу страну от нацизма. И самое сокровенное желание, чтобы ребята вернулись домой с победой, живыми и здоровыми. Я поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Он обязательно принесет нам удачу. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения намеченных планов, мира и добра. С Новым годом!